Здравствуйте, уважаемые зрители, меня зовут Роман, и я рад вас снова приветствовать на канале Гинзу. Ну а если вы тут впервые, то поставьте на паузу, спуститесь пониже данного ролика и поставьте подписку. А также можете заодно посмотреть ранее видеообзоры на продукцию от компании Гинзу на всевозможные разные группы товаров. И вы обязательно найдете что-то интересное для себя или же, возможно, близких. Но тема сегодняшнего видеоролика будет обзор на портативную Bluetooth-колонку производства Гинзу, модель GM899B. Данная колонка идеально подойдет для молодежи. Например, возможно, вы захотите ее приобрести для своих детей. У нее есть цветомузыка, у нее есть возможность воспроизведения любимых треков ваших детей или же, возможно, даже ваших через всевозможные разные способы соединения, будь это проводная связь, будь это беспроводная связь. Ну, также у данной колонки есть встроенная радио FM, поэтому если вдруг ваш гаджет сел, вы все равно можете насладиться музыкой за счет радио. Но обо всем этом и по порядку мы с вами поговорим в следующей части видео, когда более детально рассмотрим данную модель GM899B от компании Гинзу. А сейчас присаживайтесь поудобнее, не забудьте поставить лайк и подписку на данный канал, ведь это большая помощь в мотивации и развитии данного канала. И приятного вам просмотра! Ну что, дамы и господа, давайте с вами взглянем поближе на беспроводную Bluetooth-колонку с цветомузыкой от компании Гинзу, модель GM899B. Данная колонка у нас поставляется вот такой вот радужной прекрасной коробочке, на которой сразу изображена сама колонка. Можно посмотреть сразу ее основные технические характеристики или же почитать полноценно ее общие свойства. Что мы с вами имеем? Воспроизведение через AUX, TF и USB флеш накопителя, имеет встроенное FM радио. Выходная мощность данной колонки 2 динамика по 3 ватта диаметром 40 мм. Имеется встроенный аудиоплеер, который будет воспроизводить ваши любимые треки с внешних накопителей, такие как microSD флеш и USB флеш. Имеется разъем для подключения кабель AUX 3,5 мм джек. И имеется цветомузыка, имеющая 3 режима подсветки. В комплект поставки у нас входит непосредственно сама портативная колонка, а также 2 провода. Один провод — это с USB на microUSB для подзарядки данной колонки, и также кабель AUX для подключения по проводной связи с вашими гаджетами. Коробку давайте с вами поставим в сторонку и посмотрим на саму колонку. Колонка у нас выполнена из soft-touch пластика. На нижней части колонки у нас расположилась прорезиненная ножка, чтобы данная колонка устойчиво стояла на гладких поверхностях, не вибрировала и не скользила. На верхней части у нас расположилась система управления, кнопки переключения треков, которая у нас также отвечает за переключение, за регулировку громкости. Центральная кнопка play-pause, которая также длинным зажатием включает или же выключает систему. Отдельная кнопка, которая у нас переключает режимы подсветки, кнопка M, означающая за переключение между режимами модов, ну и также данная колонка, с помощью данной кнопки можно будет принимать или же делать отбой входящих звонков. На боковой части, в верхней части колоночки у нас расположились разъемы под USB для подключения флеш-накопителя в формате USB, также имеется разъем для подключения кабеля AUX, разъем для подключения флеш-накопителя в формате microSD и разъем microUSB для подзарядки той самой колонки. При включении данной системы у нас сразу отображается цветомузыка и звуковыми сопровождениями говорит о том, что данная колонка у нас включена. При зажатии кнопки MOD у нас переключается между режимами. Сейчас у нас был включен режим FM, теперь у нас включен режим для сопряжения через Bluetooth. Колонка у нас достаточно легкая, хоть и в ней предустановлен литий-ионный аккумулятор на 4000 мАч, который позволит проиграть данной колонке до 8 часов и подзарядиться она у нас с вами за 3 часа. Качество сборки, повторюсь еще раз, очень хорошее. Все идеально подогнано, нет никаких либо щелей, швов и тому подобное. Давайте данную колонку подключим через Bluetooth, послушаем, на что она у нас с вами способна. Приятного вам прослушивания. Then you said all I ever wanted was to love like this. All I ever needed.
Ну что, дамы и господа, вот и подошел сегодняшний видеообзор на GM899B от компании Ginzu к концу. Надеюсь, данный видеоролик был вам полезен и вы сделали определенные выводы, посмотрев обзор на данную модель. Касаемо моего мнения по поводу данной колонки. Качество исполнения выполнено очень хорошо. Приятно ее держать в руках, приятно ею пользоваться, приятно ей наслаждаться качеством звучания. Так еще добавок с цветомузыкой, можно сказать, то, что это прям 10 из 10. Все, что хотелось бы, все имеется в данной модели. Хотел бы вам порекомендовать посетить наш официальный сайт www.ginzu.ru, выбирайте продукцию для себя, близких и родных. Ну а также рекомендую вам посетить наш официальный аккаунт в Инстаграме. Все ссылки будут в описании под видео. Подписывайтесь и наслаждайтесь контентом от компании Ginzu. Спасибо еще раз за ваш просмотр и всего вам доброго.